С тем спиком в синем цвете, LoL Team 2, в желтом цвете, LoL Team 1, карта Химмельсдорф, смайлики молодые, улыбчивые против старых и менее улыбчивых, ну черт возьми, они так сами назвали. Да, ну что, сетап у вас на экране, товарищ, танкисты 350-100 у LoL Team 1, но так же само 2 СТ-3, 2 Т-1 и LoL Team 2, 110, 250-100, 2 тройки и 2 Т-1. Но мы видим, что разные сетапы, все-таки с тремя сотками играет LoL Team 1. Играет совершенно по-другому с двумя эйсами, со 110-кой и двумя сотками команда LoL Team 2. Ну что ж, удачи, ожидаем красивой игры между командами. Это будет настоящий Brain Wars, именно битва мозгов. И я даже не знаю, что из этого у нас получится. Либо бодрая танковая Рубилова, либо бодрая танковая Стоялова. Но в любом случае игра очень, таком, будет очень сложная, и я думаю, всем нам будет интересно. Так, что, на первой позиции, да, выезжает Герок, вид Буратино, кстати, также ТПР посвятился на третьей линии, это Трактор Мити. Да, также был засвечен Павлик Морозов, то есть два ИСа LoL Team 2 уже были засвечены, ИСа вообще, подождите, да, два ИСа, то есть, значит, где-то еще у ребят гуляет 110-ка, давайте, ну, ЖД перетянулась, это капитан команды, который, кстати, не на Т1 работает, ну, и тоже довольно интересный факт. Дрессировщик на перетяжке, Т1 под горкой. Все-таки пока что LoL Team 2 более пассивно играют. Они, ну, видимо, очень много знают друг о друге. Не то, что много, а все знают друг о друге. Вместе тренируются, вместе тактики придумывают. Поэтому, ну, надо теперь что-то свое придумывать. Ну, я говорил вам, бангует 2-2, пятый раунд ничья. Но сказали, нет, друзья, первый раунд ничья. Ну, смотрим.